звериные морды. Упустили своих детишек, пацанов и смешных девчонок. Человек из подростка не вышел, а какой-то страшный волчонок. На панель мечта у девчонок, быть братвой мечта у мальчишек. Хоть бы коммерцем, олигархом или сильной, крутой крышей. Дни и годы прошли впустую, от ребенка ни строчки, ни слова. Пенсионная книжка пустая и голодная, грязная старость. Разве ты об этом мечтала, умирая от токсикоза? Ты мечтала, рожу себе розу, дочь в итоге гнилая заноза, сын в итоге подлец, подкаблучник, внуки два равнодушных жигана обещали помочь, не помогут. Их слова – килограммы обмана. И поэтому сердце у мамы разрывается и разорвется, потому что родные дети заплевали родные колодцы. Почему умирают мамы? Потому что дети плохие. Почему умирают мамы? Их дети не верят в святыни. На сцене проекта «Стихи и рок-баллады» известный музыкант, бард, исполнитель Эдуард Аблам. Встречаем!